Два шага, прыжок и мяч в корзине. Алина Китаева со своей командой побеждает почти всех соперников. И это неудивительно. Баскетбол для нее не просто спорт. Говорит, тяжелый баскетбольный мяч словно магнит. Даже во время интервью не смогла его пропустить. Я очень горжусь собой и тренером, он мне... Ловить и отправлять мячи в корзину стало любимым занятием. А соревнования и победы вдохновляют еще больше. Мне посоветовал мой двоюродный дядя, то, что очень это хорошо, ему очень нравится. Я решила тоже попробовать. Я уже почти как два года занимаюсь, и мне это нравится. Я постоянно хочу идти на тренировки. Мне очень нравятся соревнования, получать грамоты, медали. Это очень интересно, я считаю. Испытывать свои силы интересно в любом возрасте. Для самых юных любителей баскетбола из разных команд округа соревнования в Ершово проводятся регулярно. Мы регулярно проводим соревнования. Сегодня турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Это самые юные наши баскетболисты, которые только-только мы собрали их в этом году в сентябре. Рост в баскетболе имеет большое значение, но малыши технично забивают мячи в корзину. Маленькая Маша – одна из самых юных спортсменок, но уже сумела стать обладательницей большого приза. Победила в конкурсе и получила приз от президента спортивного клуба «Химки» Дмитрия Голубкова. Кубок и профессиональный мяч – стимул для новых побед и дальнейших тренировок. Посмотрите, сколько здесь юных баскетболистов. Сюда необходимо приезжать, необходимо поддерживать стремление, желание детей заниматься баскетболом. И, конечно, я когда узнал, что вот такая большая группа увлекающихся и будущих спортсменов, только, конечно, с удовольствием приехал. Баскетбол развивает реакцию, выносливость, координацию, а главное – интеллект, считает депутат. Поэтому видеть достижения подрастающего поколения в своем любимом виде спорта всегда приятно. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».